самого утра. Попробуем приготовить очень быстро завтрак. Завтрак у нас будет состоять из хорошего питательного салатика, чая, кофе, кто чего захочет. Ну и, соответственно, немного хлеба. Погнали. Итак, готовить будем при помощи нашего венгера. Должна отклеиваться, но что-то не хочет. Далее вскрываем нашу кукурузу. Сейчас быстренько сольем ее. Далее помыли, оборвали верхний лист. Теперь нам надо это все дело нашинковать. Ну, венгер наш, к сожалению, с этой задачей не сможет справиться. Останется теперь только заправить наш салатик и все. А заправлять будем сметанкой. Посолить, поперчить можно по вкусу. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!